Приветствую вас на канале Infobum. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Паралимпиец Михаил Асташов устроился курьером в Яндекс. Еду, чтобы заработать на игры в Токио. Обладатель золотой медали Кубка мира по паратриатлону Михаил Асташов устроился работать курьером Яндекс. Еды пишет база. Телеграм-канал Мутко против пишет, что Асташов копит деньги на поездку на Паралимпиаду в Токио. Параспортсмен решил сам накопить на участие в 16-х Паралимпийских летних играх, которые пройдут в августе-сентябре 2020 года, так как Министерство спорта ему не помогает, пишет Мутко против. В ноябре 2019 года Асташов обращался к депутату Госдумы и бывшему биатлонисту Антону Шипулину с просьбой выделить 350 тысяч рублей для того, чтобы он смог попасть на игры. Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт рассказал: «Я видел эту информацию. Попросил помощников выяснить все подробности. Ждем. Еще разбираемся в вопросе, поэтому пока не могу подробно прокомментировать этот случай», — объяснил Рапопорт. В 2016 году параспортсмен объявлял сбор на поездку на чемпионат мира в Нидерландах. Тогда ему не хватало 120 тысяч рублей. Чтобы собрать деньги, Министерство спорта Бурятии проводило благотворительный марафон. Михаилу Асташову 31 год, с рождения у него нет рук и ног. В паратриатлоне нужно проплыть 750 метров, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать 5 километров. В 2019 году Асташов выиграл чемпионат России и Кубок мира.